типа раз сегодня едем. А ёб ты. Что, не идем, да, врать? Идем. Кто сказал? Я только что. Ага. А чё это? И что ты? Как что-то забыл, что хотел спросить. Заряд, что ли? Нет. Чтобы два статика, чтобы в субботу еще раз сказать. А, про ИП. Вот это обязательно, если у тебя второй персис, то он привязывается или по желанию. По желанию. О, вот это круто. То есть захотел. Ты двумя персами ходить, да? То есть захотел, не связываешь, захотел, связываешь. Да. Мне кажется, лучше не привязывать. Я вообще, да, я за то, что мне привязывают. Ну, типа контент будет новый выходить. Ну, одно дело, если ты фулбис собрал, а тут мы, во-первых, топ-контент не закрываем, не лучаем. Ну, то есть 71-й шмот с луча не получаем. Ну и не говоря уж о Гере. Так что не вижу смысла связывать персов. Не знаю, как по мне, если тут до десятки дают ЕП, ты ходишь с двумя чарами, залазишь в десятку, фармишь ЕП 700 чаров. Блин, так в эту десятку попасть надо еще. Там же, ну я не знаю, я попал чисто потому, что я, ну, умею про товаром играть, я 230-м туда попал. Чего? На честер хиле. Что, чего? Не тут ты, папа, ты же умеешь играть. Гладиатор, говорит, я. Я гладиатор. Хит. А, да, кстати, гладиатор. Я посмотрел твой мувик. Как говно. Поржал я, конечно, знатно. Так как я ржал, когда я убивал всех этих пацанов. Особенно я поржал над этим. Кто там скинул Изичу? Я. Тоже был веселый, особенно с начала мувика. Форик, который не прожимает этих брусков. Форик, который смог. Да, мне говорит, да. Я в танке или как? Пока что да. Товар пошел по персам, блять, уже видно. Ну он должен микстурки вообще волю убить. По черепу играем. О, тут что-то новое. Не-не, он на Войда ролит тоже. Череп отверни. Отлично. Он мне перса отдал, что это я захожу за микстурку. Если роли волят, то сразу Войду передают. Да, да, и потом просынаешься, да? Вы ему хоть ГП заморозили? ГП. А чё заморозил? Ну типа... Это как? Ну, как функция к этой заморозки? Минус, ставишь и всё. Какой минус? В офицерской заметке ставишь любую букву, прописываешь возле цифр и всё. Тебя ЕПГП заморозит. О, ничего себе, прикольно. Если куда ты уезжаешь? Я не знал. Войд без, товарищ. Нас просто много кто работает вахтами. Кстати, пофиг, он морозит или он так просто? Ничего не говорю. Как и Добрячок же. Серёге-то оно и не сильно надо. Паразит. Давайте череп сливайте. Дальше потом без метки. Что-то уже вейпить, я слышу, да? У тебя как ГМ-гильдия называют? Дарт Вейдер. Ты ваша унука. Тёма, срочно меняй трансмут на чёрный. Как говорили в одном сериале, ты что-то делаешь с сатаном. Сатана. Надо Зуригос убивать на чёрный трансмут. Там поезд с него падает. А мне его всё не выцепить. Рыбку, подайте, пожалуйста, письмо. Просто нужно кузнеца с провидцами. Там целый сет чёрный есть. Да, кузнец с провидцами нахрен не сдался. Это беспонтовый сет. Я нашел сет, который хочу, только его фармить надо. Вчера
часть это секунды. Как я вот этот фиолетовый фармил. Наверное, сколько? Ну, много. Наверное, недели три. Короче, вчера... рыбу. Рыбу едим, так, по танкам. Ивинар, Вудшейпер, танчили, босс? Да. Так, Ивинар, ТМТ, Шейп, стоишь рядом, соответственно, бегаешь в ее фрейме. Я хочу тоже в ее фрейме побегать. Так, для он там может шотнуть тебя просто с одного удара. Если неправильно будет делать. Далее. Бокрус. Я. Так. Давай-ка. Мастерал в танка. Будешь по левой стороне. Да. По левой стороне закрываешь. Ручки будут появляться. Две руки. Между ними кружочек. В этот кружочек тебе надо будет забегать. Соответственно, где-то примерно вот отсюда... До сюда ты должен будешь закрывать. От креста до квадрата. Приоритет вот здесь вот, который дальний. Потому что милишники ближние могут закрыть с, где вот квадрат, да, слева и справа. Босс танчится будет вот там вот. Противоположный, где луна. Луну я уберу. Соответственно, кто там? Бокрус. Твои задние. Вот здесь. То есть вот они пошли от креста, от креста пошли и вот до сюда, где я сейчас прыгаю. Здесь понятно. Соответственно, если здесь нету, закрываешь, а тут тут. Так, боссу близко не подойти, то загрим. Где-то примерно вот здесь. Вот так. Соответственно, ребят, ручки должны быть закрыты. Три ручки на каждой ручке, то есть на каждый раз, когда он призывает, будет три руки. Они могут быть слева и справа, под, близко к боссу, соответственно, под боссом. И вот по кругу этой стороны. Стручки надо закрывать. Если на вас есть дебаф, то есть танки закрывают ручки постоянно. Остальные зашли раз в ручки, на вас повесился дебаф. Соответственно, с этим дебафом второй раз не, не бежите закрывать ручки. Если уж можно побежать, соответственно, вы сдохнете после второго раза. Но это если в том случае никто ручки не закрывает. Здесь понятно. Так, СС, свет повесь на Твинси, пожалуйста. Уже повесила. Так, ну, по тактике, просто бьем босса, соответственно, по правой стороне, вот по вот этой, которую буду держать я, примерно вот отсюда, да, и до конца вот за боссом. С правой стороны вы не держите, не держитесь, потому что будет кидаться огненный шарик, это печка, разливается там огонь, огонь сразу шоты. Рестабав сейчас дам. Так... Чек на готовность. Скифон. Все готовы, соответственно. Как Винар, Шейпер, вы обошли, нет? Умеете бегать? Я игрушки никогда не танчил. Сюда, пошли за мной. Винар, Рэшу, Шейпер. Но идите аккуратно по стенке. Значит, ребят. Застрял чуть-чуть. Начинаете. То есть, смотри, чтобы вам проще было, чтобы вам не отбегать. Как-то микстурка, я не помню, ставил. Начинаете вот с этого угла, вот так вот даже. Где-то вот так вот заходите. Отсюда босса запуливаете и ставите вот сюда его, в этот уголочек. Вот так вот ставите. Винар, ты танчишь. Соответственно, зашла. Где-то вот с этого с расстояния, чтобы он стоял вот так вот жопой сюда. С лицом к тебе вот здесь. И печка на него дуть будет.
То есть тебе не надо будет перебегать. Если так не получится, соответственно, после каждого коста сокрушительного вот так вот бегаете по углам. Отсюда до сюда. Ладно, чек на готовность. Так, все готовы? Отчет на пул. Ничего себе, крюк у него опасный. Если зацепит тебя за очко-то. Ставь. В угол. В угол. Ага, отлично. Все, вот так вот стой. Шейп, встань в нее. Ручки. На меня замедло. Так, а где ручки не закрылись? Ручки. Бам, это что? Меня или пролагало, или я не понял, что. О, та же самая анимация, фигня какая-то, просто отображается уже взрыв. Варя, объясните. Ручки. Фигня, а не нормально. Готовимся. Геру дали. Ручки. Отъехал. Да, нормально. Печка. Убежали с правой стороны. Мне кажется, или анимации какие-то другие. Вент ТБР отъехал. Ручки. Задум. Да я вроде стоял дальше. Орхидея. Задума, Бэйр. Ручки. Понятно, что-то пропало. Хилл рейд, ручки. Скифула. Так, про. О, господи. Ложимся. Что произошло? Левую не закрыли одну. Да, это я, короче. Бежал на начало закрыть первую ручку. Промахал с рейди. Нормально. Так, Лачдан, успеешь встать? Побежал. Ага, отлично. Ладно, придет кто-нибудь, мат-срез дойдет. Не, с такими глюками смысла нет юзать, если это бред, потому что... Так, да сейчас релоуд прожму, потому что не, но это бред. Там Тафика кто-нибудь видит по ДПС, на каком месте он? Тафик, 15. Сколько там? Знаешь, забагалась. 8к. Ребят, надо убить кровь из носу и пойти на РС. Я покинул свое бренное тело. Да, я после релоуда тоже. Короче, покинул. Если хотя бы одна рука не закрывается, то ваншотит рейд, да? Не, сильно очень пробивает. Сильно если пробивает. Ты потом второй раз по дебафу, то уже шотает. Я просто не понял, почему меня шотнуло. Если двое рук, соответственно, шотят. Тебя, ты закрыл руки, пронес дебаф, и не закрыли одни ручки. Тебе нанесся дамаг. Соответственно, с каждым, то есть на тебе стак, это когда ты закрываешь вторые ручки, по тебе бьет больше. Понял. Поэтому надо отдавать прижимку, да? Ну, желательно, да. Ну, кто пойдет на стресс давать? Я сейчас приду, сам дам, лучше не стоит. А тут король еще лежит. Он мертвый. Гокус уже побежал.
Потому что на этой стороне у меня появилось двое рук подряд, короче. Я хотел закрыть самые дальние левые, я стоял в середине. Короче, подбежал, и ни тех не закрыл. Все вроде, да, встали, резнулись, пробав, дали, рыбу поели. Так, по бафам посмотрели, чек на готовность. Неведомый инту дай. Сдум готов? Да. Все готовы? Так. Сейчас добегают. Все готовы, отчет на пол. С ручками, танками, с лаками. Сейчас надеюсь, нормально будет. Так. Готовимся. Ручки. Где? Ручки. Отлично. Геру дали? Угу. Ручки. Боку слева. А, дальние, правые. Дал прожимку ручки. Следи за этим, стой по центру, старайся. Так, вот это чё, ручки. Ни хрена себе. Так. Ручки. Отлично. Лопасос Бэйри задума. Течка. Так, скифон Бэйри Рока. Баф дали сразу по ним. Ручки. У кого когда нету Бэйра? Ручки. Молодцы. Меня залагал. Так, ручки закрывайте. Отлично, молодцы. Бокус сразу же ручки закрыл, сразу беги на свое место, ручки. Уже на центр, да, чтоб, если что, на следующей ручке быстрее бежать его. Печка, ручки. Молодцы. Гро, следим за Гро. А, и Винар как умер-то? Я шотнул. Отдал шиве.
хильте, резайте кто-то, забирайте, второй танк есть? Да нельзя забрать, понимаешь? А мне танк. Хильте меня там. Майда просил. Я в луже, я умер. Да, тут уже умерли. Как умер-то? По мане не хватило или что? Ну я тупо шотнул. Хорошо, но я это возможно. Ладно, фигня. Такс. Ну, а вот скажите, ошеломляющий удар, он кастует его? Да. Ну, так надо под этот удар отдавать дев на танка. Он же его сколько кастует? Сколько? Хорошо, ладно, не стоите на месте, бегаете с угла в угол. То есть кастануло, пробежали, кастануло, пробежали. Ну, сейчас если бы капнул... Могу встать, поднять. Он есть. На подстаками, понимаешь? Вставай, если этот успеешь, вставай. И этот, на Тафика, близко не подходи, близко подошел. Близко подошел. На Тафика делай. Вот как глупый. А он не успел по времени, просто Тафик там далеко лежит. Да я уже прибежал. Все уже прибежали. По шипам тут прыгаю. Что-то давно мы так не обрыгивались. Да нет, что-то переделали мне. Да ничего не переделали. Это просто я пришел рачуть, и все нормально. А где лимон? Не знаю. И что, вот еще одна раска в субботу будет? Наверное. Да не знаю. Не знаю, если возможно, она сейчас будет на субботу. Если сегодня будет, то... Не, скорее всего, не будет, Войт. Поведешь в субботу. Потому что я по времени не успеваю. Мы должны были 2 инста пронести за максимум это 1.5 часа. Ну да, уже 1:23 прошло. Делайте масрез. По мне дайте масрез. Остальных засумоним. Позадумайтесь. Твинти, стой. Сюда. Вижу. Сейчас остальных, кого успею, смогу, того весну. Так, где ты там? Все непрописанные текстуры тоже бесит. Сейчас весну. Аккуратнее. Шейпер, рисните так. Спасибо. Ого, как вы там близко. Смотри, чтоб крюком тебя не задел. Я тебе сказала, да тут не утеряться. Сейчас я напишу. Так. Шейпа позакрываешь с ручки справа. Я сейчас потончу босса. То есть справа не забывай, следи вот с этой дырки слева, видишь, между крестом и квадратом есть такое отверстие. С него идет огненный шарик, значит с правой стороны сразу же убегаешь. Кто-то должен по ручкам анонсировать. На пул на медвы. ДБМ анонсирую. Еще звонят, сейчас, секунду.
Так. Сейчас баф отдам. Чек на готовность. Роме, чего не хватает? Штанский кулак. Бафы раздали, ребят. Каску поварам дали, кулак дали. Чек на готовность. Все готовы, отчет на пул. Убри, насекомое. Леру. Ого. Ручки не забываем закрывать. Это норм, что ли, ручки? Так, сейчас буду анонсировать по ДБМ. Ручки. У меня ДБМ, походу, сбился. Следим за ручками сами. Это не ручки, это не ДБМ, это какой-то новый дебаф. Вот они только что сработали все. Это не дебаф, это ручки взрываются, Саш. Если бы они все вместе взорвались, бы нас бы убило уже давно. Ну, соответственно, одни руки взрываются. Не в текстурах. Печка. Вроде как. Возле квадрата закрыть. Дал прожимку на всякий случай. Печки там перебежали обратно. Отлично. Прохил мне двое. Задум-то близко. Окна закрой, закрой. Печка аккуратно. Берите мой. Бокрус, не иди сюда. Юля, по мане нормально? По хилам? Нет, плохо все очень.
Твинти далее. Закройте. Ручки. Задум. Да, да, да. Свет даже с нет, вы что не юзаешь? Дебиль босс. Ну, примерно как-то так. А что с первого трея так называется? О, кружка, нормальная тема. Говорили, не упадет. О, топорик упал. Детектор, а не кружка. Порофлил. Печать пустоты. Топорик надо забрать. Так. Топорик мой. Рок. 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 Войт. Войт ехал... так. Ехал Грека через реку. Ты ехал вроде. Так. Где ты там? Отъехал. С улички. Так. А с башка. Кань, меткость, скорость. Мейн спек. Офспек. Третий спек. Нет, раз будет в субботу. Там может войти провести. Детектор механизмов. Мейн спек. Да. Так. ГЦ, лопасос. Эх. Где тут? Топор. Мейн спик стоит, ну да. Так. А рок, ты тварь. Рок. И рок. Ой, я тебе лучше. 9, 8, 9. Так, епшечка.